здесь уже блоком закрывает эту атаку. Емировчан. Уфимцы. Смотрим повтор. Александр Абросимов принимает поздравления партнеров. Закрыл, закрыл он атаку Ярослава Подлесных. Интересненько начинается у нас тут игра. И вот он первый темп в исполнении Наотова Тива во всей красе. Лишь третьей партии удалось забить до пола 15-му номеру, но что-то не так. Блокирующий Кемеровчан. Первый судья. Но это уже прошло. Из атаки. Кемеровчане, но тройной блок здесь и закрывают Андрея Титича. Тройным блоком волейболисты Кузбасса. Смотрим повтор. А уже тяжело было капитану гостей атаковать. Сейчас в эту закрытую дверь.